Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса. Сегодня мы с вами поговорим о лучших трех предложениях шестого каталога Oriflame. И первое шикарное предложение начинается сразу с первого разворота. Я когда увидела этот каталог, прям ждала, думаю, ну когда же начнутся эти скидки? И вот почему. Если вы делаете заказ на 360 гривен из этого каталога, то по супер классным ценам вы можете взять аж целых 3 продукта. Каждый 360 гривен дает возможность взять любой из этих продуктов. 2 раза по 360, 2 любых продукта, 3 раза, 3 и так далее до бесконечности. И самое главное, самое ценное и важное для меня, это комплекс астаксантин и экстракт черники. 455 гривен вместо 700. Какая шикарная, какая глубокая скидка. Как я благодарна компании за то, что в принципе она вообще создала этот продукт. На сегодняшний день на рынке не так много астаксантина, еще меньше натурального, и, по-моему, вообще нет, во всяком случае, я ни разу не встретила, чтобы это был комплекс двух антиоксидантов астаксантина и черники. Я в отдельном видео рассказала более подробно, более полно за него. Вкратце скажу одно. Он защищает каждую клетку в вашем организме. Глаза, мозг, суставы, позвоночник. Любая клетка будет защищена. Причем оболочка клетки защищена. Все внутри защищено. И если какой-то вирус захочет пробиться, доспехи не проникнет. Если еще какие-то вредные воздействия окружающей среды, болезни или еще что-то, клетка защищена, астаксантин не дает клетке разрушаться за счет того, что у него много свободных электронов. Даже когда мы дышим, вдохнули кислород, происходит окисление, и клеточка разрушается за счет вот этого окисления, вроде бы кислород. А тем не менее, представьте себе разрушение клеток от дыхания. Так вот, астаксантин, дышите себе на здоровье, астаксантин ваши клеточки защищает от окисления, от разрушения. Шикарная вещь, и он накапливается в нашем организме. Если вы сегодня забыли выпить астаксантин, не беда, ваши клеточки защищены. Он уменьшает количество воспалений в организме. А воспаление-старение, чем меньше воспалений, тем меньше старения. Он восстанавливает кожу, девочки. Как он восстанавливает кожу? Кожа становится более крепкая, более сильная, более здоровая. Не так быстро происходят процессы старения. Я с 2009 года регулярно пью астаксантин. И я смотрю на то, как выгляжу я, и я смотрю на то, как выглядят мои одногодки. Многие говорят, генетика и все остальное. Да, генетика. Но я уже в 31 год, девочки, начала разглаживать первые морщинки под глазами. Когда я стала пить Wellness Pack, конечно, у меня еще и уход за лицом качественный из серии No Age, я обратила внимание, что не идет этот процесс так быстро. Медленно все это идет. Поэтому, девочки, шикарная возможность поддержать свой организм, улучшить свое состояние кожи, да еще по такой цене. 100% натуральный продукт, шикарный, великолепный. Я готова ему петь оды, переходите на отдельное видео, знакомьтесь, узнайте, что это такое. Это просто супер. Я говорю еще раз, натуральный, 100% натуральный продукт. Это еще не все. Мы же девочки, куда нам без туалетных вод? Туалетная вода Люсия Браут Аура. Мне однажды моя девочка, новичок, звонит, а эта водичка когда-то была по стартовой программе, и говорит, Лариса, я не ожидала, какая водичка. Да, она шикарная. В целом, туалетные воды Люсия очень удачные. Они все мягкие, они все нежные, они все женственные, легкие. И это не исключение. Это цветочно-фруктовый древесный аромат. Белая смородина, незабудка, кедр. И он и свежий, и мягкий одновременно, и очень стойкий, несмотря на то, что он свежий. И 269 гривен вместо 670. И это еще не все. При заказе на 360 гривен вместо 620 гривен вы можете взять румяна-бронзер за 249 гривен. У меня такие есть.
Если вы хотите сделать очень выгодную инвестицию денежную, то обратите внимание на эти румяна. Во-первых, это и румяна, и бронзер. Это раз. Во-вторых, 25 грамм, вам их хватит. Можно румяниться. Это очень выгодное предложение. Шарики скатаны вручную на частной фабрике в Италии. Качество изумительное, великолепное. Эти румяна не ложатся пятнами. Они ложатся так, как надо. Мягко, аккуратно, красиво. Оттенки универсальные, подходят всем. Можно поиграться, поразбирать шарики по цветам, отдельно розовый, отдельно светлый, коричневый. Без проблем, если вам хочется. Я так делала, когда их только купила, я и так, и эдак игралась, в общем, по-разному. Сейчас я их все соединила в одну кучу. Девочки, вот благодаря именно этому оттенку, 345-46, а в каталоге у нас их два, вот этот оттенок мне очень нравится, он убирает синюшность лица, он теплый, он придает моему лицу тепло. А оттенок 345-45... это универсальный оттенок, который подойдет абсолютно всем. Теплому цветотипу, холодному цветотипу, абсолютно всем. Поэтому выбирайте то, что вам больше нравится. Хотите универсальный румяный бронзер и тепла лицу? Вот. Хотите просто универсальный румяна, выбирайте второй оттенок. А можно взять оба. И это еще не все. У нас, девочки, весна, у нас все за окном цветет, все белое. Напишите, какая у вас погода. Я просыпаюсь, у меня голубые шторы, и я вижу голубое небо и цветы абрикоса и черешни под окном. Девочки, боже, это такое каждый раз радостное утро. Ловлю эти моменты, потому что цвет уходит, облетает очень быстро. Вот, и радость, радость, радость. Скоро закончится карантин, мы оденем легкие одежды, мы оденем легкие шелковые юбки и пойдем на улицу. И, конечно же, мы уже будем без шапок с вами, без шарфиков и всего прочего. А значит, волосы должны выглядеть на все 100. И компания Oriflame сделала очень классное предложение на серию для волос. Поэтому я говорю, что топ номер 2 предложение. Это все-таки уход за волосами. Компании есть чем нам порадовать, ко мне есть что рассказать. Во-первых, компания выпускает новинку в серии Elio. Какая удачная серия, какие в ней классные масла. Многие становятся фаворитами просто на долгие годы, по-моему, уже десятилетия скоро будет. И вот у нас появилась новая в зелененькой бутылочке. Укрепляющее масло для волос. В составе три масла. Масло тамана. Оно богато жирными кислотами. И оно создает защитный барьер вашим волосам. Чтобы изнутри ваш волос не терял влагу. Чтобы волос был блестящий. Нужно закрыть все чешуйки и закрепить их сверху жирными кислотами. Которые будут защищать ваши волосы. И в то же время не ужирнять. Не склеивать и так далее, чтобы они красивые, шелковистые, природные были. И как раз масло тамана это делает. Органовое масло предотвращает повреждения. И это масло запечатывает чешуйки. Когда мы волосы помыли, щелочные продукты, пенящиеся продукты, поверхностноактивные вещества, они, волосинка у нас ровненькая, да, и вот эти чешуйки открываются как шишечка. Вот, и вымывается все это. Так вот, органовое масло закрывает эти чешуйки, и уже масло тамана сверху все покрывает жирными кислотами, которые будут защищать нашу кожу. Также органовое масло питает и укрепляет волосы изнутри. Также в составе масло розы, которое уплотняет волосы. Вот это, девочки, прям вот с возрастом то, что надо. Я смотрю, чем старше становишься, тем пушистее становятся волосы. Раньше они тяжелые, сильные были. С возрастом какие-то легкие, воздушные. Вот так, да? И масло розы нам в помощь, чтобы это исправить. Оно делает волосы более послушными, облегчает укладку и, да, самое главное, уплотняет. Масло смягчает, придает блеск, невесомая текстура, не зажирняющая волосы. Приятный, слегка такой легкий, сладенький, какой-то карамельный аромат. И вместо 415 гривен вы можете взять его в этом каталоге за 289 гривен. И если вы приобретаете это масло, за 99 гривен вы можете взять шампунь Elio.
Шикарная цена, шикарная скидка. Несколько лет я наблюдаю за этой серией. Глубже 50, 55, по-моему, под какой-то Новый год скидка была. Года два назад. А потом глубже, чем 50% скидки не было. Серия дорогая, содержит натуральные масла, но она реально круто работает. Девочки, шикарный шампунь. Я себе его брала. У меня жирный тип волос. И казалось бы, шампунь содержит масла. У меня было ощущение, что я пользуюсь шампунем для жирных волос, который замедляет их загрязнение. Волосы очищенные, в отличном состоянии, аромат великолепный, восточный такой, женственный, томный. И при этом волосы очень долго не жирнятся. Кожа головы, кстати, тоже не пересушивается. Отличный шампунь, шикарное предложение, в паре вот прям советую. Следующая страница меня тоже очень порадовала. Я люблю серию Hair X. Мне нравится и Love Nature, она натуральная, ароматы там вкуснейшие. Но вот все равно рука чаще тянется за Hair X, потому что они дают больше, чем просто чистые ухоженные волосы. Они дают дополнительный укладочный эффект. Например, для окрашенных волос, во-первых, он не жирнит, промывает все шампуни. Отлично промывают, не сушат кожу, не пересушивают кожу головы, при этом восстанавливая структуру волоса уже на стадии мытья. Да, эффект легкий, в кондиционере он более сильный, в маске еще сильнее. Все-таки шампунь не так долго на волосах находится. Но опять же, выбирая шампунь, смотрите тот, который нужен вам. Если у вас волосы окрашенные, вам нужен мягкий очищающий шампунь. Это шампунь для окрашенных волос. Кстати говоря, если вы каждый день моете волосы, ну вот так любите, да, или работа у вас такая, выбирайте мягкий очищающий шампунь. И даже если они у вас не окрашены, все равно это будет этот выбор. 400 мл. Вам хватит его надолго, густой, концентрированный, отличный состав. Если же у вас волосы сухие, вы их осветляете, они вот такие тусклые, уже прям жесткие, шампунь для сухих поврежденных волос. Если же у вас волосы жирные, то лучше его не брать, потому что у корней волос вы прям будете чувствовать, что он питательный. Увлажняющий шампунь для блеска очень нежный, легкий, воздушный, комфортный и действительно придает волосам блеск, отличный шампунь. И мне кажется, вот он вообще универсальный для любого типа волос. Маски, как меня порадовала компания Oriflame. Второй раз в этом году по скидке. В прошлом году нас так не баловали. 119 гривен. У меня обе эти маски есть. Для окрашенных волос она сохраняет цвет и дает общий уход. Блестят волосы такие вот в хорошем состоянии. Если вам хочется прям сильно напитать волосы, то обратите внимание на вторую маску, восстанавливающую. Я их чередую, то одну, то вторую, в общем, так, как мне хочется. Кстати говоря, волосы я красила давно, и меня часто спрашивают: Лариса, чем ты красишь волосы? Причем в разных я оттенках, и всегда у меня спрашивают, чем я крашу волосы. Так вот, девочки, до того, как я стала рыженькой, я окрашивала волосы свои природные темные краской 1201. Она осветляет на 3 тона, и это осветляющая краска, но она не дает желтушности, она не дает желтизны, вот знаете, такой как цыпленок, вот как гидроперидом, да, вот когда-то там я в юности красилась, вот этого оттенка нет. Получается медовый, карамельный, на моих волосах он теплый, потому что все-таки у меня теплый цветотип, но он получается медовый карамельный. Если вы посмотрите на заставочке, главное у меня видео стоит, я за стартовую программу рассказываю, вот как раз у меня волосы окрашены 1201. А затем, вы можете в истории полистать, я стала рыжей. Более того, первые мои видео были прям вот красные волосы, потому что осветленные один раз волосы вот этой краской, вот эти мои медовые волосы, мой медовый оттенок, я осветила краской 6-6. И волосы стали прям яркие, красные, насыщенные. А потом эта краска вымылась. Вы видите, у меня уже какие корни отросли. И я не хочу окрашивать, мне нравится этот оттенок. Волосы блестящие, посмотрите какие. Вот, поэтому... И она уже, по-моему, не вымоется. Она уже такая и будет, вот пока я не состригу этот оттенок. Очень устойчивый цвет.
волосы не портятся. Я не могу сказать, что они восстанавливаются, так как от маски или масла. Нет, все-таки это краска, и легкое повреждение есть, особенно 12.01. А вот если вы вообще не красите или покрасили, есть легкое повреждение. Но это не сравнить с тем повреждением, которое я привыкла раньше, краски приобретала. Здесь система Smart, и она мягко окрашивает ваши волосы. Вот ровно настолько, чтобы отдать цвет вашим волосам, но при этом не повредить, не пересушить чрезмерно. Отличное качество и все оттенки. Вот какой не возьмешь, каждый оттенок будет красиво. На любых волосах это будет смотреться великолепно. Девочки, краски прям вот отменные. Очень и очень рекомендую. Мне, кстати, на мои волосы хватает, ну, мне сейчас не очень длинные, хватает одной упаковки. Если у вас очень густые волосы или вот длинные, то нужно брать две. И почему я говорю за краски? Да потому что они тоже с хорошей скидочкой, 119 гривен. И я пропустила, есть еще на шампуне для жирных волос. Вот, кстати говоря, если у вас волосы окрашенные и вы не хотите, чтобы краска быстрее вымывалась, то эти шампуни лучше не брать. Потому что они дают вот прям интенсивное очищение. Но зато их любят обладатели жирных волос. Потому что нужно тщательно очистить, чтобы реже мыть. А с этими шампунями вы реально будете реже мыть волосы. Во всяком случае, я на день позже это делала. Также здесь сухой шампунь. Девочки, палочка-выручалочка. В любой момент, когда нужно освежить прическу, побрызгали, расчесались. Супер работает. Великолепно. Ни пудры не видно на волосах, ничего. Даже на моих темных отличные, отличные шампуни. И если вам нужно убрать именно сальный секрет, то выбирайте для жирных волос. Он менее расходуется, он более экономичен. Кстати, приятные ароматы тоже у этих шампуней. Еще и свежий аромат цветочный будет у ваших волос. И если вам нужен стайлинг, да, укладка, чтобы как бы структурированная причесочка была, тогда обратите внимание на сухой шампунь для придания объема тонким волосам. Знаете, иногда солевые спреи, да, используют для укладки. Вот этот сухой шампунь для тонких волос хорошо подойдет. Также шампунь и кондиционер для объема волос. Не каждый шампунь для объема не будет жирнить волосы. Вот эти не жирнят. И объем придают, и не жирнят. Крутая проверенная вещь. Я помню, когда еще эта серия была новинкой. Редактор Cosmopolitan пробовала этот шампунь. И она была просто в восторге. И ее, кстати, парикмахер в том числе. Вот, так что обратите внимание. Очень выгодное ценовое предложение. Глубже скидка, чем 50%. Не упустите. Кстати говоря, хорошие расчесочки из плотного крепкого пластика, который не содержит пор, куда бы забивались разные микробы и потом вредили вашим волосам и коже головы. Чтобы этого не было, должна быть качественная расческа, чтоб не отсекала, инфекцию никакую не вносила. Расчески в Oriflame отличные. Кстати говоря, очень-очень долго служат. Ну вот у меня еще старого образца. Уже сейчас и нет таких, а она мне служит и служит. И это еще не все. Третье предложение каталога – это, конечно, декоративная косметика. Девочки, декоративочка – это что-то такое на сердце приятно ложащееся. И чтобы лак был сегодня одного оттенка, завтра другого, а можно через ноготочек, и чтобы помадка сегодня одна, завтра другая, а можно совместить все три, и чего только женская душа не просит для удовольствия. Обожаю я все это покупать, наносить, перебирать, просто балдею. И когда хочется разнообразить свой косметический гардероб и не хочется сильно тратить деньги, серия On Color. Насколько удачный запуск. Ну вот классный. Я уже многие продукты перепробовала. И сейчас о некоторых расскажу. И в этом каталоге компания сделала такое вот прям экономически выгодное предложение. Но в то же время радость для женской души. Вы можете приобрести за 159 гривен 3 продукта декоративной косметики. Это тоналочка, удлиняющая тушь и губная помада.
какие удачные губные помады в серии OnColor. Девочки, которые до этого брали только Giordani, например, моя подружка Тонечка, кстати говоря, она открыла свой канал в YouTube и уже выложила туда первый ролик. Так что заходите, смотрите. Я ссылочку на ее канал оставлю в боксике под видео. И мы с Тоней пробовали эти губные помады. Девочки, у нас есть отдельное видео, на него ссылочку тоже в боксике оставлю. Ну классный, ну какую не нанесешь, ну великолепный. На губах лежат прекрасно, смотрятся и наносятся, как дорогая помада Giordani. Тонечка не выдержала, купила себе OnColor. Великолепные помады. Мы и тоналочки пробовали. Но тоналочки я, конечно, люблю больше The One. Но если вам нужно легкое покрытие, чтобы выровнять тон лица, освежить его, то OnColor с этой задачей справится. И обратите внимание на то, что все оттеночки этой тональной основы с эффектом ухода на тон темнее, чем мы привыкли. Если у вас очень белая кожа, для вас, пожалуй, здесь оттенка не найдется. Ну а если такая, как у меня, берите самый светлый оттеночек. В любом случае переходите, у нас есть ролик, мы все эти оттеночки тестировали с Тони, можете посмотреть. Кстати, приятное увлажнение на коже от этой тоналки присутствует. Тушь. Я очень давно не брала тушь из этой серии. В этот раз соблазнилась. Думаю, на такие крутые помады посмотрю, какая тушь. И вы знаете, тушь оказалась хороша. Если вы вспоминаете ленинградскую тушь с печалью, ах, как бы я хотела, чтобы, вау, такие ресницы, чтобы жирненькая такая, то это тушь для вас. Такие ресницы и будут. И весь набор за 159 гривен. Конечно, оттенок помады вы выбираете, как и тоналочки, самостоятельно. И это еще не все. В этой серии скидочка на тени 39 гривен 90 копеек на любой оттенок. Светлые оттенки менее пигментированные, темные оттенки более пигментированные. Качество бесподобное. Сегодняшний мой макияж сделан как раз с помощью этих оттенков. Коричневый еще и сиянием. Синий очень красивый. Кстати говоря, вот он не переходит в черный пигмент. Вот такие я люблю оттенки синего. И в сегодняшнем макияже я как раз сочетала два оттенка. Контурные карандаши для губ отличное качество. Кстати говоря, появилась новинка, обратите внимание. Карандаш одновременно для губ и глаз, сочетающиеся оттенки. В составе этих карандашиков пчелиный воск, витамин Е и масло жожоба. Отличного качества румяна, причем классных розовых оттенков. Удачных, универсальных, классических, базовых. Пудра матирующая, тоже многие девочки ее любят. И консилер в стике. Первый мой консилер в виде стика. Он менее стойкий, чем консилер из серии The One. Но он кремовый. И что мне в нем нравится? Это форма стика, девочки, не нужна ни кисть, ничего. Если я где-то тенями вышла не там, где мне надо, или под бровью хочу высветлить, не надо брать кисточку, консилером там что-то пытаться. Взяла стик, провела, пальчиком растушевала, ну просто прелесть. Просто в течение дня захотела где-то подправить, тоже очень удобно. И он универсальный, подходит как для кожи под глаза, так и любые участки на лице. Появилась новинка, тональный флюид для сияния кожи с ароматом персика. Когда-то был похожий продукт в Oriflame, и женщины, которые любят легкое покрытие, они его просто обожали. Если вы взяли эту тоналочку, хайлайтер можете уже не использовать. Кстати говоря, серия вроде бы как недорогая, и молодежь обычно такую серию выбирает. Но вот женщины постарше тоже любят этот продукт, потому что с возрастом хочется добавить коже сияние, потому что кожа уже более тусклая, к сожалению. И вот эта тоналочка, я знаю, для многих была прям любимица. Лаки для ноготочков 41,90. Девочки, шикарная! Огромная палитра оттенков.
выбирайте тот, который нравится именно вам. Ложатся изумительно, прям в одно нанесение практически все оттенки, держатся хорошо, не содержат толуола формальдегида, не разрушают ваши ноготочки. Обратите на них внимание, и цена недорогая, можно побаловать себя оттеночками. Ну и это все. Если вы хотите приобретать косметику Oriflame со скидочкой, если вы хотите получать подарки за то, что вы приобретаете косметику со скидочкой, если вы хотите участвовать в проекте «Стройная фигура навсегда», это комплекс шикарных работающих тренировок, рекомендаций по питанию, в боксике под видео ссылочка, регистрируйтесь. Но это для тех, кто еще не зарегистрирован в Oriflame. Пишите, регистрируйтесь. И благодарю, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока. А эти продукты я использовала для своего макияжа и маникюра.